хочу сказать, наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у саровчан, какие напитки они предпочитают пить по утрам. Пойдемте. Чай. Так, какой чай? Расскажите, может быть, есть уникальный рецепт какой-нибудь? Мы пьем зеленый чай. Так как сейчас летнее время, мы ночуем на даче и предпочитаем пить черный чай из листочков смородины и мяты. А я делаю прохладный чай. Это, так сказать, черный чай с добавлением ягод, прохладных ягод, плюс еще льда немножко. И получается очень вкусный. Клубничка, если есть. Смородинка, малинка. А расскажи, как его вообще заваривать, чай нужен, вот такой интересный? Ну, есть разные, есть, которые просто насыпать в кружку и заливать воду, а есть в пакетиках. Чай пить можно, но немного, вот так вот правильнее будет, так же, как и кофе. А почему? Цикорий. А потому что он привыкание вызывает. Не так сильно, как хотелось бы, но если прям хлебать не в себя, то нормально будет. Воду. Воду? Почему да. Воду? Не знаю, просто вот больше воду. Натощак хорошо подходит для пищеварения. Вода полезна тем, что там есть минеральные соли. А еще я предпочитаю пить по утрам обычный чай. Я пью черный чай, сладкий черный чай. Я кофе. Кофе. А почему так категорично кофе? Потому что я просто кофе люблю. Но сказали, кофе с молоком не надо. Почему? А была передача. Там какие-то так несовместимые ингредиенты, что не надо. И чай тоже. Все надо отдельно. И кофе, и чай. Кофе? Кофе. А почему кофе? Ну, бодрит как-то. Кофе. Чай. Кофе и чай, да. Мнения разделились. Расскажи, чем полезен вообще кофе по утрам? Ну, придает бодрости немного, я считаю. Чай. Почему? Больше нравится. Так, а вы чего пьете? Чай. Так, чай какой? Черный. А расскажите рецепт самого лучшего чая. Чай с лимоном и можно с травой, с какой-нибудь травяной. Вот, в общем мяты, так. С мятой, с мелиссой. Вот такой чай. Кофе. Почему? Бодрит. Кофе. Он хорошо тонизирует и довольно-таки вкусный. Друзья, совсем не важно, что вы пьете по утрам, кофе, цикорий или чай. Главное, чтобы этот напиток бодрил вас по утрам. С вами была рубрика «Хочу сказать».